самих военных, Россия, вероятнее всего, основной свой удар, да, вот этого большого наступления, может готовить именно в Луганской области. Похоже, что цель, одна из целей, это отбить местность, которую армия Украины освободила осенью. Это как-то отражается на обстановке в оккупированных городах, в частности, Северодонецке. Ну, сейчас можно говорить, да, что, о том, что это тыл агрессора сейчас, да, один из опорных пунктов вот этого предполагаемого большого удара. Ну, особо по той информации, которая до нас доходит, не отражается. За исключением того, что в городе появляется все больше и больше новых людей, которые проездом, транзитом приезжают по каким-то закупочным делам. То есть фиксируются в основном в местах скопления, где идет торговля, где идет продажа продуктов, как бы. Видно появление переодетых военных, как бы, или же заезд просто военных, которые приезжают за провизией. И по той информации, которая поступает, окружающие села, ну, практически все забиты частные дома. О каком-то количестве, ну, вот людей можно говорить? Сколько их там вообще? Ну, сложно сказать, как бы тысячи, да. Как бы чувствуется скопление живой массы вокруг. Александр, а как город вообще сейчас используют? То есть тут просто туда завозят оккупантов, да, они квартируются, или есть какие-то еще вот дополнительные процессы, которые там сейчас происходят? Может, там ремонтируются, лечат людей, ну вот захватчиков и так далее? Стараются приспособить для проживания администрации, для проживания военных более-менее уцелевшие дома. Какие-то, может быть, части кварталов запитать электричеством, завозят модульные котельные, которые пытаются кустарным способом запустить, подключить к обрезанным контурам отопления. Но по факту 60-80% города находится без коммуникаций. Поэтому ну, это такие островки жизни, которые делаются сугубо под своих. Расскажите, каково сейчас гражданским в городе, ну вот бытовая сторона северодончан, да, жизни тех людей, которые остались сейчас в оккупации. Ну вот вы говорите, да, об отоплении, что это эксклюзивная такая услуга, да, для россиян, которые сейчас базируются, квартируют в городе. Ну а что там с продуктами, там работают больницы для гражданских, работают ли, можно ли где-то взять продукты, ну и лекарства и тому подобные вещи гуманитарные? Ну, подобные вещи завозятся. Весь вопрос цены, как бы, она, ну, явно превышает то, что есть на контролируемой территории Украины. Некоторые позиции по продуктам питания доходят в цене в 2-3 раза по сравнению с Украиной. Ну, вместе с тем завозят со стороны Луганска, со стороны России, завозят какие-то российские медикаменты. Хотя, ну, по той информации, которая поступает, смертность в городе резко возросла. Ну, по факту, как бы, от пребывания в полуразрушенной больнице никто не выздоравливает. Есть минимальный какой-то медицинский персонал, это и оставшиеся медики, которые изначально были в севере, есть приезжие из Луганска. Но в основном, как бы, командировочные едут в город, поскольку получают достаточно высокую оплату, приезжают, по факту они там ничего особенного не делают, просто прибывают и уезжают. Доходит до того, что за то же жалование, которое им платит агрессор, они пытаются нанимать кого-то из местных на какие-то подсобные работы, тем самым оправдывая свое пребывание, не более того. Александр, а вот мы видим сейчас, в каком состоянии Северодонецк, да, ну, фактически уничтоженный город. Мы видим часто кадры из Мариуполя, там оккупанты сносят дома, и вот даже появилась информация от советника городского главы Мариуполя о том, что вот эти вот дома, материалы, которые остаются строительные, потом перерабатывают в такую цементную крошку. Там сейчас есть, ну, а потом эту цементную крошку будут якобы использовать для строительства автодорог, там, ремонта. Сейчас какие-то ремонтные работы в Северодонецке есть, ну, сносят ли эти дома как-то, пытаются ли облагородить город для дальнейшей вот гражданской именно жизни или не до этого сейчас в городе? Ну, картинку пытаются делать, там проводят, в уцелевших домах проводят замену окон, замену каких-то радиаторов, при этом делается это каким-то хаотичным сплошным порядком. В доме уцелел подъезд, тут в нем проводятся какие-то работы. Насколько это практично? Ну, фактически, как бы, идет списание просто уже оккупационных денег, как бы, по старой русской традиции.
Не более того, как бы никого не интересует результат, главное объем погнать и показать как бы на картинку, что вот в городе проводятся какие-то работы. Спасибо вам большое, Потому Александр. что, ну... Спасибо большое за участие в нашей программе. Глава